Автоколонна с гуманитарной помощью жителям юго-востока Украины выехала во вторник из Подмосковья. В ее составе 280 грузовиков. Украинская правда со ссылкой на Совет национальной безопасности Украины сообщила, что груз из России пропустит только после его сертификации Международным комитетом Красного Креста. «Мы могли бы принять в этом участие», — заявил представитель МККК в Европе и Центральной Азии Лоран Курбас. «Но для этого нам необходимо иметь четкую информацию обо всей операции, условиях, механизме ее проведения и грузах». У замминистра иностранных дел Украины Даниила Лубкивского свой взгляд на необходимость оказания гуманитарной помощи. Stop the aggression. Остановите агрессию. Остановите русских террористов. Остановите обстрелы и циничную пропаганду. И тогда не будет никакой необходимости в гуманитарной помощи. В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что гуманитарная операция успешно пройдет при поддержке Международного комитета Красного Креста. Я надеюсь, что в самое ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса. Западные страны обеспокоены российским гуманитарным конвоем. Они не раз выражали опасения относительно того, что гуманитарная помощь станет прикрытием для военной операции России. Москва это категорически отвергает.